Анатолию Абалихину явно неуютно в кабинете специалиста регионального управления Роспотребнадзора. Человеку старой закалки, ему стыдно жаловаться. Но по-другому он не может. Уже месяц у него заблокирована сим-карта сотового телефона. Узнав, что ведомство проводит день открытых дверей в честь Всемирного дня защиты потребителей, пенсионер решил обратиться за помощью. Жена у меня ветеран войны, блокадница. Я ухожу, когда из дома, или она уходит из дома одна. Я обычно ее, конечно, сопровождаю. Но бывают такие случаи, что надо с мобильной связью связаться, и вдруг раз и прекратилась связь. Почему это произошло, пожилому человеку не совсем понятно. По его словам, он предъявил претензии сотовому оператору, однако ответа на заявление так и не получил. Впрочем, как и связь. Теперь в деле будут разбираться сотрудники Роспотребнадзора, которым предстоит выяснить, почему клиент не получает услугу. История Анатолия Балихина лишь одна из многих. Только за прошлый год в региональное управление с жалобами обратилось около 2500 человек. Четвертая часть всех заявлений, которые к нам поступают, по торговле, например, она связана с технически сложным товарами. Много по одежде, очень много по мебели, по лекарственным средствам. Но это может быть не наша тематика, но тоже люди жалуются. Поступают жалобы от покупателей, которые приобрели товары или услуги в интернет-магазинах. Кстати, девизом Всемирного дня защиты потребителей этого года стал слоган «Потребительские права в цифровую эпоху». С каждым днем продажи через интернет становятся все популярнее. Это и удобно, и быстро, однако и может иметь неприятные последствия. В первую очередь из-за невозможности увидеть товар вживую, потрогать его. Кроме того, нередки случаи, когда меняется стоимость товара. На сайте одна, а в пункте выдачи совершенно другая. Когда мы начинаем проводить какие-либо действия, мы сами как бы узнаем, что продавца-то найти невозможно. Потому что там существует какое-то его наименование, но оно не связано с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Сотрудники Роспотребнадзора советуют покупателям внимательнее изучать информацию об интернет-магазинах и с осторожностью относиться к акциям и распродажам. В противном случае покупка может оказаться далеко не в радость. В случае, если проблема все-таки появится, можно написать жалобу в письменном заявлении, либо позвонить по телефону. Юлия Личева, Виталий Осипов, РЕН-ТВ «Пилот».